21 апреля стартовала республиканская акция «Музейная весна Татарстана», и Казанский федеральный университет, присоединившись к ней, открывает ее выставкой «На перепутье миров». Выбрав такое название, мы решили, что оно четко передаст то сплетение судеб, миров, народов и культур, которые здесь были более тысячи лет тому назад. Выставка впервые представляет экспонаты, созданные по материалам Танкеевского некрополя, Музея археологии Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан. Активное участие в создании первой выставки при институте приняла заведующая музеем археологии Асия Мухаметшина. Это один из крупнейших, один из ключевых некрополей Восточной Европы, где больше всего обнаружено погребений. У нас находится материал с более чем 1000 погребений, то есть это порядка, ну, около 5000 предметов, соответственно. На выставке наряду с уникальным для Поволжского региона женским погребальным комплексом представлен типовой инвентарь Танкеевского некрополя. Прежде всего, это женские и мужские украшения, предметы культа, боевое оружие, а также керамические сосуды, являвшиеся неотъемлемой частью погребений. На открытии выставки присутствовал выпускник Казанского федерального университета, исследователь Танкеевского некрополя Евгений Казаков. Народ всегда приносил с собой не только там биологический тип, не только там какие-то вещи, но свою идеологию, свои представления, ну, свой духовный мир. На перепутье миров – это таинственная история тысячелетней давности народов, которые встретились на территории, где ныне находится Республика Татарстан, с их необычной культурой, верованиями, о которых мы можем только догадываться. Елизавета Евтефеева, Владислав Михневский, Универньюз.